Тюменская область с опережением плана восстанавливает леса. Это получается за счет резкого снижения количества пожаров и высадки сеянцев. В этом году восстановлено 7 тысяч гектаров леса. В следующем планируют на 600 гектаров больше. Реализовать региональный проект сохранения лесов поможет новая техника. Это оборудование для тушения пожаров и работы лесников. Всего почти 500 единиц. В этом году действительно мы провели первое комиссионное лесовосстановление, и порядка 220 гектар мы посадили лесного фонда, в том числе на тех землях, где никогда не произрастали деревья. Мы занимаемся вопросами выращивания посадочного материала. В этом году мы по плану должны были вырастить порядка 15 миллионов, мы этот план выполнили. Вырастили более 16 миллионов сеянцев сосны.